Всем привет! Сегодня у нас показ новой коллекции Faberlic. У нас практически все модели представлены. Катерина нам сегодня продемонстрирует. Так, это у нас леггинсы, 44 размер, цвет графит. Мы рассмотрим потом все поближе, когда снимем. Так, куртка из новой коллекции в 52 размере. Она, конечно, великовата Катерине, но тем не менее можно разглядеть все ее достоинства. Да, посадка. У Кати у нас 44-46 свой размер. Это куртка 52. И под курткой, да, плечи широковаты, да. И под курткой у нас кофточка из новой коллекции белая в 52 размере тоже. Нет, это в 46. А, да, это в 46, да, вот эта кофточка. Потом все подпишем, какой размер, какой артикул. Вот, 46, да, вот, хорошо, хорошо. Вот такая вот кофточка. Вот этот рисунок, кстати, он у нас такой вот, ну, не сказать, что набивной, не сказать, что наклеенный. Мне кажется, он при стирке повреждаться не должен. И он на солнце очень красиво переливается. Да, он и при искусственном освещении вообще классно переливается. Такой отлив красивый дает. Да. И леггинсы, я не знаю, мне кажется, на камере они как не так смотрятся. Они в жизни посветлее. Свете, да, они светлее. Они вот, сейчас попробуем поймать. Вот, вот так, посветлее, да. Вот, кофточка. И по качеству леггинсы мне понравились очень. Потому что до этого у меня тоже были леггинсы из эко-кожи. И я их просто не смогла носить, потому что они внутри, ну, прям калялись жутко. О, вот а так. Мы сейчас посмотрим изнаночку. Кофток. Да, они высокие. Докуда они тебе? Вот. Вот, они высокие. То есть посадка высокая, замечательно вообще. Вот, все закрывает, все прикрывает. Супер. Вот футболочка красиво переливается. У нас белые футболки, по-моему, только до 52 размера, а синие такие же до 62. Вот артикул. Размер 46, 100% хлопок. Трикотажный джемпер в 46 размере тоже. Уже подлиннее. Здорово. Давай сзади посмотрим, Катюш. Красивый, да. Знаете, так, вот этикеточка, делаю. Сейчас сразу посмотрим, как называется артикул. Вот артикул белый, 46-й, 100% хлопок. Сделано в Бангладеш в ноябре. Ага. И рукавчик, мне кажется, такой подлиннее. Ну, да, 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 приятный. Он вот тут в нескольких местах пришит, да, чтобы не отворачивался. И рисуночек такой классный тоже. Здорово. И вот синяя футболочка, да, такая же, как белая, из линейки Glam называется она у нас. Это 52 размер, он великоват, Катя, но чтобы вы имели представление о том, как она вообще выглядит. Вот так. Так, и артикул. Вот я себе такую буду заказывать однозначно. Вот артикул, размер 52, синий 100% хлопок. Трикотажный джемпер с коротким рукавом. Линейка Glam. Вот так он выглядит. Чем больше размер, мне кажется, тем она длиннее. Белая покороче, ну, да, была, да? Конечно. Не, ну как и любая вещь, конечно. Да. Вот это прям как такая туничка на тебе смотрится. Ага. Все закрыто. Кофточка из коллекции «Романтик». Такая красивая. Она на завязках. И она коротковата, конечно. Она, ну, короче, чем вот эти. Вот. Длина ее. То есть это вот под юбочку хорошо будет очень. Орнамент тоже очень красивый. Рукавчик достаточно длинный, то есть может какие-то изъяны скрывать. Так, этикеточка. У нас это 52 размер. Вот серия «Романтик». 52 размер, артикул. Цвет черный. Затягивается, в принципе, ну, нормально. Хорошо. И 52 у нас смело превратился в 46. Красивая кофточка вообще, кстати. Мне пока на тебе она нравится больше всех. Вот это больше. Да, да. Вот белая футболочка тоже из этой же коллекции «Романтик». Тоже 52 размер. Мы давай мы ее, может быть, да, развяжем и покажем длину. Покажем. Вот артикул. 46 превращается в 52. Вот. То есть, ну, ее однозначно надо завязывать, естественно. Кому как нравится. Кто хочет чуть-чуть завязать. Ну, да. Я видела, что и так ходит. Да, ну, может быть, и так, да. Может быть, мы отстали от моды. Красивая тоже кофточка. Двухцветное платье из коллекции «Романтик». Это, правда, у нас 54 размер. Мы Катю затянули. Но, тем не менее, наглядно. В каталоге, кстати, не видно, что вот здесь плиссировка сбоку. С одной стороны, именно на сером цвете. Так интересно смотрится.
Очень по-весеннему. Ну-ка, отпусти руку, Катюш. Вот, вот так, да. Да, это как бы 54 размер. Он, да, конечно, Катя не по размеру, но тем не менее, вот так выглядит поясочек. Кстати, без пояса тоже красиво, когда в размер. Вот коллекция «Романтик». Здесь пуговичка. Артикул 54, 95 полиэстер, 5 эластан. Да, расстегни его, давай просто, чтобы иметь представление. Да все, все, вот. Вот. Ага. Застрял. Вот, давай. Вот, без пояса тоже интересно, кстати. Мне даже вот больше без пояса нравится. Когда оно по размеру будет без пояса, сзади как-то вообще, да, здорово. Вот, такое платьишко. Штаны. Так, штаны, брюки для женщины, артикул серый 52. Это у нас коллекция Smart. Здесь резинка, которая хорошо тянется. Потянешь, Катя? Пояс. Карманы зашиты, но они рабочие, нужно распарывать. Вот, это 52 размер. И они у нас внизу с подворотом. И доходит, наверное, где-то до щиколотки, да, да? Ну, на мой рост, по крайней мере, у меня 1,68 м. Угу. То есть, если рост маленький, они будут как полноценные брюки. А так они должны быть чуть коротковаты. Материал очень приятный к телу. Легкие на лето и на весну замечательно. И вторые брючки. Они еще приятнее, но здесь они будут маломерки. В талии. 52 размер, если тот был мне самый раз, то вот этот 52 у нас в талии на 48, ну, самый максимум вообще, на 50 они даже не сойдутся. Брюки для женщин, голубой 52 размер, вискоза полиэстер, это у нас коллекция Glam. Они очень приятные, невероятно, ткань вообще вот прям струится. Они у нас получается клёш, причем клёш от бедра. И внизу максимальный как бы размер расклешения. А, ну они вообще получаются одинаковые, да, как будто они как прямые. То есть как в бедре, так и внизу такой же размер, ширина. Они длинные, на мой рост 1,68 м, они мотаются по полу, то есть каблук. Каблук либо платформа. И в талии, имейте в виду, что талия очень узкая. Здесь она не тянется, просто как бы молния и пуговичка. И талия маленькая, то есть нужно брать одноразмер на 2 больше.